Всем привет на канале Димас Тульский. Вам когда-нибудь удавалось получать звук, похожий на настоящую музыку из обычных предметов? Мы сегодня это устроим. Так, народ, я вот такой вот стакан, фужер получил с налитой водой только что. Говорят, что я сюда опускаю камень и начинаю водить. Слышите? Это законы физики. Вводим пальцем по стеклу, тонкому стеклу этого стакана, получаем музыку. Но он должен быть очень тонкий. Вот прям миллиметры. Кто хочет повторить и кому понравилось, ставьте лайк. А кто хочет знать еще и следующее видео, то же самое. Пишите.